Доброе утро! Вы смотрите «Вести». 50-летие совместной жизни отметила супружеская пара Морозовых. В ЗАГСе региональной столицы состоялось чествование юбиляров. На торжественном мероприятии побывал наш корреспондент Артур Умхце. К ЗАГСу Черкесска подъезжает украшенный автомобиль. Как и полвека назад, мужчина галантно подает руку своей спутнице. Пара отправляется в зал торжеств. Первыми заходят, разумеется, гости. Для них сегодня один из самых волнительных моментов. Свадьбу старших родственников большинство пришедших в зал торжеств людей ранее видели разве что на фотографиях. Счастливые лица, некоторые не в силах сдержать слезы радости. И вот Валерий Иванович и Ольга Николаевна Морозовы снова ответили на вопрос представителя ЗАГСа утвердительно. После чего оказались в кругу родных, поздравляющих их с золотой свадьбой. Пятьдесят лет в браке – это довольно-таки приличный срок. Вы знаете, я считаю, что такие семьи нужно ценить. Они очень должны быть уважаемые. И, может быть, не так для них, хотя им большое спасибо за такую верность, которую они принесли через годы. А для молодого поколения, подрастающего, которые должны учиться на примере этих семей, создавать свои семьи, учиться жить вместе, учиться понимать и учиться слышать и слушать друг друга. Под эту песню пара танцевала в день свадьбы 50 лет назад. И вот они снова слышат мелодию, которая возвращает к началу совместного пути. А чуть позже юбиляры поделились радостью от значимого события, гордостью за сохранение семейных ценностей и секретом счастливой жизни. Совет я могу один дать. Только уважать друг друга, ценить, уступать. Ну, конечно, побольше женщине уступать, знаете, вот. Поэтому... Мне муж очень уступает, поэтому он еще живой, да. Так что и живет благополучно, да. Вот. А так все хорошо, пусть молодые терпят. А терпение сейчас при вашей жизни нужно очень сильное. Дай Бог терпения. Родным Ольги Николаевны и Валерия Ивановича есть с кого брать пример. Пройти долгий жизненный путь, сохранить взаимное уважение, внимание друг к другу, любовь. Способны только те, кто присутствие человека рядом действительно ценит. Артур Мхце, Михаил Каракелян, Вести, Карачаево-Черкесия. Далее смотрите прогноз погоды, а в 9:30 Вести на черкесском языке. Удачного всем дня и встретимся завтра. В Карачаево-Черкесии местами небольшой дождь, ночью в горах с мокрым снегом, ночью и утром в отдельных районах туман. Ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 5-10, в горах 0 плюс 5, а днем 14-19 градусов тепла и местами до плюс 12. В Черкесске без существенных осадков, ночью и утром туман, ветер восточный 5-10 метров в секунду. Температура ночью 7-9, а днем 17-19 градусов тепла.